Мужчина. Оля, крыса. О, жизнь. Цепляю. А то нам что-то пердаки рвут. Есть минута? Есть дело. Как уйти? Иди, расскажу. Посмотрите аванпост. Когда генерала Латара свергли, мы создали аванпост сопротивления рядом с четвертым... Ебать, ты видишь, какая у меня маска с СССР, короче? Пропала связь. Ну и типа со советский чувак. Туда. Ну я вижу, что урод. Пожалуйста, я прошу вас. Ого, как много чего. Они всегда совков таких уродов, уродами выставляют. Фу, нет уж. Все. Итак, у нас есть... А, ну вот, душманские миссии. Смотрите аванпост и спуститься под землю. Давай аванпост сначала. Обоссать аванпост, окей, давай. Безмолвный аванпост. Я готов. Когда-то нацистский генерал Латар Брандт создал тюремные зоны, подобные этой, для политических диссидентов из групп с низкой и средней степенью риска. Женщин социальной ответственности. Это было предупреждение всем, кто думал о мятеже. Сюда ссылали всех, кто сказал хоть одно дурное слово о нацистах. После Парижского восстания многие жители погибли или исчезли. Это все новичок в гульфике, я знаю. Исчезают вот так вот люди. Если б не дилетанты. Ясно. Так, че тут, где тут? Глянь, аппарат стоит, чувак, тяни. Оп, на каком покататься. Патрон как-то наберу. О, а, у нас жизни полная, ладно. Тут есть жизня. Гульфиговая. Новичок. Сука, бля. Это тема на мемы разлетится стопудов. Дайте, как говорится, время. Ебать, тут граффити рисовали, понимаешь, французы. Ля Франция! А как ты туда залез? Куда ты вообще залез? Я зашел в хату, в дом. Сейчас я выйду. Где я? Вот я. А я на крыше. А, ну можно на крыше. Ну там с крыши только. Тут люди же спали, бомжевали, понимаешь. По лабуде. Гитара. А. Блять. Они нас спалили так, из-за того, что я выстрелил. О, деньги. Это вы... Надо это самое себе этот глушак не поставить. Шла нахуй. Ой, чуваки уже послабее. Я пойду вниз. Ну, пошел как бы ты вниз. Такой чувак идет. И он нож. Ой, не погнало? А, еще и пиздец. Ебать, не могу катить. Ты сможешь. Спасибо. Бей нацистов от души, как последний раз, Джек. Вода. Дали новое это самое очко. Че сзади, сзади еще какой-то пес. Все, убил. Нас хотели сзади обойти. Задаем жару, сестра. Спасибо. Тут, кстати, можно на хату залезть. Опа. Ну и что ты прячешься? От кого ты прячешься, пес? Бать, что это такое? Беби, чтоб не мучился. Роботы. Внимание, сестры. Неподалеку от вас сейчас находится особо важный обер-комендант.
Постарайтесь его уничтожить. Ну, если нам по пути, если у меня будет настроение, не эти дни. Возможно. Я займусь этим вопросом. Но это не точно. Там сюда в окно вы прыгаете или что? Нет. Там, кстати, вот снизу, знаешь, что я обнаружил? Смотри, чувак. Нам нужен место. Че? Ну вот. Да-да-да, вот этот аппарат нужен. Подходи. Хакаю. Enter. 6121. Да, мне тут написано. А, забывай. Так, сейчас тут тоже... Ну, зацени у них эти моноколеса, как это мистер Гаррисон делал. Такой без самотыка. А, кстати, в натуре. В натуре. Понятно. Вон, вижу, ходит какой-то пес. Я хотел его нажать. Чё псы? Сейчас они этих дронов повызывают, смотри, аккуратненько. Сахтой. Ты ебать. Живой? Ух ты. Да живой. Просто меня с ног сбили. Ну то, что за хуйня. Я ответил там врага! Бля, откуда меня попалили? Вон, заливаю. Так, вот опять эта хуйня аккуратно. Пацана зажали. Так, я слышу там это. Звук странный. Пошла нахуй штука. Развалюха. Катафалк нацистский. Сейчас мы их и вывезем все на нем. А нахуй я вывозить? Сожжем. Негоже во французской земле лежать этим фашистам. Так, ну, а чё нам куда? Чё куда? А я не понял, подожди, куда-то туда. Ничего, чувак, меня глянь, разыскивают походу. Да-да-да, тут это фото наш инстаграм. Джесси Бласкович. Джесси. Тут и чё? Вот. Не просит плащи, какой-то. Бля, он какой-то лютый. Он немножко на Гитлера чем-то похож. Молодец, сука. Хорошо, обер-комендант устранен. А это был обер-комендант. Да, нам надо было убить его. Это что, давало, не западало. Да. Куридзе какая-то дала нам задание. О, жизнь. А, нам не надо, да? Аванпост зачистить. Какой-то. Бля, свет вообще пиздец. Глаза бьют. Нихуя себе! Да-да-да, вот он. Пес. Ой, блядь, меня снял. И тебя? Чувак, это какие-то охуевшие, типы. На съебывать, мне кажется, отсюда. Это не то. Да. Да я устекаю кровью тебя резко. Давай. Не, мне кажется, явно это не то. Ой, бля, точно. Будь здоров. Давай жизнь заберем. Да, давай, а где она? Вот она. Подворот не туда.
Да, нам показывают, куда туда ебашить. А что это? Да, он пошли к какому-то мега-роботу, пошел он нахуй. Что-то я не верю, что нам сейчас снимется. А, вот, нам надо вот так по прямой туда надо ебашить. Во. Можно заблокировать способности персонажа. А. Не, подожди, это метро опять. Закрытое метро, давай откроем. Иди мне, кстати. О, все. Метро открыли. Ну это один хуй не туда. Сука, как нам попасть? Нам куда-то куда-то туда надо. Где этот ебаный аванпост? Получается, как-то надо вот сюда, направо. А, во! Я сюда забегал, да. Я вон, командир! Шикн Ферштерку! О, опять эти собаки. Как он называется? Бомбердог? Да, да, все просто. Во! Вот сюда надо было. Блять, я, кажется, на... присел на ограду. Это зря. Смотри, аккуратно, чувак, там внизу могут идти опять собаки. Я слышу, не веревка. Значит, по крышам бегать. Я воль. Так, нам нужно в этот, на крышу, наверное. Вот сюда вот. Оба! Ой, ебать там стоят сами. Аккуратно, чувак. Ебать, я их там захуярил. Они где ли? Ебать, Сака, ты ночью пришел и нам пердаки жарил. Ты живой? Да. О, там комендант. Вот тебя, пес, я зарежу. Бля, хотел зарезать. А ты его убил. Так, собираем все, что тут плохо лежит. Так, бля, стрелять, стрелять. Иди, иди. Нацисты взяли штурмом аванпост сопротивления в четвертой зоне для политзаключенных. Кое-кого из наших убили. А, это он и был, аванпост. Эпстер? Внимание. Их, скорее всего, перебросили в центр допросов в маленьком Берлине. Идите туда и узнайте. Да, нахуй я хотел ваших граждан. А, не он. Еще куда-то идти надо дальше. 85 метров. Это куда это? А, вон в ту хату, что ли? В соседнюю. Оба! О, я тут. Пояс, это что, Нео, что ли? Да-да-да, через дома. Хотя я тоже так умею. Похоже на Нео. Ебать, что тут у них это было? Все эти самые партизаны. Аля, партизаниш. Так, нам вниз, да, я так понимаю? Дверочку откроем. А, это мы вышли с другой стороны, кстати. Этим петухам. Тяни, такой чувак стоит такой. Хуя! Финал же был. Режь свиней! Ай-яй-яй-яй-яй, перетай. Нам, кстати, сюда не надо. Да? Или надо? А, не, подожди. О, чувак, по карте, смотри. 79 метров, а как туда попасть? Убийся. Через низ, походу, точно. Или нет? Нет. А тебе показывают туда, куда. Тут уже были, не? Да, мы отсюда пошли. Вот, 92 метра, вон туда. Я вот вперед 150 метров показывает. Нам нужно это метро походу найти. Кого найти? В метро возвращаться. А вот смотри, центр допросов написано. Ну это просто задание. Нет. Задача на счета. Операция по спасению граждан. Ну да, это обыкновенное задание. Доп задание, которое дает баба. Черномазая штука. Можно спасти.
граждан. Паша, спасем. А, там сейчас нас накуканят. Или нет? А, во, я нашел граждан, чувак. Где робот тусовался? Все, я спас. Мерси. Да? Так, надо возвращаться в метро. Вот что я понял. Посмотреть центр допросов, блядь. Какой центр допросов? Или нет? А, во, смотри, мы почти пришли. 21 метр. Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко. Да, от ты заебал, вас. Не будем. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефон. Да, надо в метро, чувак, попробуем спускаться. Попробуем добыть какие-то сведения. Пошли. Удачи. В метро. Так, и куда ты нам предлагаешь? Маленький Берлин. А, маленький Берлин. Во, поехали. О, пиздец, какой-то лабиринт тут сделали. То есть мы нашли, я так понял, хату, в хате что-то нашли и побежали дальше. Как мы с Кирюхой приходили, это я даже не помню. Ну, вроде не так давно играл. Оккупированный Париж. Ненавижу французов. Меня француженка кинула. Ну, почти француженка. Была не француженка. Все равно. Нахваталось у них там всякие этой хуеты. И кинул меня, все. Я отметила врага. Подожди, надо попробовать его зарезать. Давай. Давай я попробую зарезать. Смотри, там что-то их дохуя чуваков этих. Спались. Ебать, а такого здорового можно зарезать? Да. Смотри, там дрон, над тобой дрон. Сейчас тебя спалит. А дрон меня палит, да? Да. Ну, если ты не в стелсе. О, он там этому петуху шланги перережет там. Прикольно, кстати, большому. Сейчас спалишься. Играть это смешно со стороны выглядит. Они просто падают. Я в них ножи пометал. Блять, меня сейчас палит дрон. А если в дрон успел нож кинуть? Да. Блять, кинул. Нас накуканивает. Ой. Конец. Кто нас стреляет? Какие-то уберлохи. Ой. Ебать, их тут двое, чувак. А, я вижу. Отступаю на тебя. Еее! Лайк не ставится, сука. Ты молодец, а ты! Спасибо, Джефф! На куканил, пацанов. Ой. Ловите! О, минус один. То, что я лазаю. Пойдем смотреть, это центр допросов. А, это не там, где мы были? А, нет. Или там? Сгори, бабы, пес. Кто там? Все, у нас закончится. Взрыв! Комендант, сдох! Так, укоротись. Что-то немножко было. Не вижу цель, не вижу препятствий.
Можно. Опа! Центр допросов! Все погибли. Все надо погибли. Узнать, что ты сделал, Джесс. Точно. Где ты? Позицион! Позицион! Где он? Убить всех. Убить всех людей. Никого нету. А, вон, сзади, сзади, сзади. Хе-хе. Стоим. Так, ладно, добивай их, а я тут перфокарту вытащу. О, спиздил. Zusammenfassung des Verhörs 12C. Subjekte weigerten sich zu sprechen, trotz beträchtlicher Bemühungen. Отказались говорить, несмотря на все усилия, я разочарован. Es war mir aber eine persönliche какое-то удовольствие, когда лично казнил каждого. Ach, ты пёс. Nun ja, ich mache mich wieder auf die Suche nach Ratten auf der Siegesstraße. Ну ты фашистская мразь. Готова покарать грешников, Джесс. Вообще. Офицера Байдена надо убить. Так, а куда идти? Что-то я не понял, ничего не подсвечивается даже. Моя не понимать. А, вон, вижу. Вижу, вижу, вижу. Так, как оттуда попасть? А, это на улицу выходить. А, види. Убить офицера Байна. Ага. А, в метро, да. Тут ты, блядь. Пять? Ага. Катаемся, понимаешь, на метро. Убиваем всяких офицеров. С Драбадана. Перемещить доступно. Опять? Ты издеваешься, что ли? Да, я знаю, там зацепил одного чувачка, надо его добить, наверное. Ну, как в GTA. Это как GTA, знаешь, когда типа... Когда за полиция, короче, гонится. Да-да-да. Статуя не ломается. Что, убило, не? О, все, да, можно походу. Слушайте, девчата, рядом с вами автомобиль важного человека, которого необходимо устранить. Далеко? Найдите ее и заминируйте. Удачи, сестры. Скажем дружно, на хуй нужно. Сколько можно минировать этих автомобилей? Вот сколько? Да коли! Я буду их минировать. Поехали. Убьем офицера Байера. Подавив здесь восстание 4 года назад, генерал Лотар Брандт в отместку повстанцам назвал этот район Зигештрассе, бульвар Победы. Именно здесь... Жаку изуродовали лицо, а многие, очень многие борцы сопротивления пали в бою. Сегодня это лишь холодное, мертвое нагромождение бетона и стали. Что ж, удачи, девочки. У нас, кстати, в армии у меня был этот самый майор Фауст, покинь. Да? Или не, или Фауст, как-то так вот его звали, я уже забыл. Ну, ну, то есть, о, вот тут можно зарезать, зачем? Вот, давай, давай, иди, попробуй зарезать. Так, подожди, аккуратно. О! Мы все распалили. Я не успел. Поезд, да? А, ты сейчас, наверное, опять на крышах. Но над нами какой-то хуй сидит. Или не над нами. Слушай, собака, собака, собака! Убил. Это они тебя там жарят там? А, нет. А что они там жарили, я не понял. До хера врагов, Сань. Сейчас я его закину туда. Бля, это мы тут, вообще, обезвредили мудака.
готов. Еще сзади, 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 сзади. Поставил мяч. Сядь ты за эту хуйню. Выводи их сюда, я их сожгу. Ебать, он был еще чувак сзади. А что ты взялся, блядь? Ты там отбивайся пока. Сгони ты уже, блядь, сколько тебе нужно? О, минус. Два больших ебанул, чувак. Точнее, нет. А что, он взорвался? Сдох он? Ебать, они тут из переулка лезли, как в своем пятом, блядь. Со всех щелей подолезли. Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко от вечеринка. Вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Заебали. Вернуться к Дмитрию. О, мы, кстати, выполнили. Мы, походу, убили какого-то офицера. Хитрый Дмитрий. О, тут есть денежки, кстати. Опа. Ну что, возвращаемся у метро. Где это Дмитрий? Катакомбы. Да. Пойдем к Димке. К вампиру пойдем. Да, не боишься, что тебя Дима-то покусает. Дима сидит такой и кает. Бля, как недавно что-то ляпнул, такое вообще ржал. По-вампирски. Так. Доллар уже опять 75, сука. Так, к этому. Это русский, бля. Дмитрий, и он русский, как ни странно. И лысый. Ну, спасибо. Спасибо. Да, не спасибо, спасибо, Димка. Спасибо, что отомстили за друзей. Да, ради бога. А тебе можно тебе на лицо сесть? Спасибо. А, выполнили. Какие мы крутые, да? Я бы не стал. Может быть, зубастый. Зубастый за жопу укусит. Или еще за что-нибудь. Надо качнуть стволы, чувак. Так, так. Я пистолет. На пистолет нужно сделать этот... глушитель. Во. Наконец-то все. Тебе пистолет с глушителем. Так, и на вот этот куб. А он и так есть глушитель на пистолете у меня. Ну это у тебя, наверное, ты выбрал, а я не выбирал. Полуавтомат, утяжеленный, нет, подождите. Прицел оптический. Коллиматор с фонариком, давайте, нахуй, этот оптический. А, с глушителем Блицгейвер, вот. Ствольная коробка, утяжеленная. Это что-то прицел. Дуло. Тяжеленный снайперский ствол. Точность. Да точность ему не нужна, ему скорострельность. Ложка. Вот, у меня 1000, прикинь, вообще охуенно. Магазин. Барабан. Прицелы. Давай, коллиматор. О. Вот эту вот штуку. Быстрый огонь, полуавтомат. Кто сейчас поднимет, да? Во, глушитель. Давай вот эту вот штуку. А, ну и все, деньги кончились. Так, персонаж. Что можно качнуть? Силу пока. А это на 20-м уровне откроется. Ну, стены пробивать это такое. Во, шустрый, вы быстрее передвигаетесь с тяжелым оружием, можете совершать двойные прыжки. Можете носить в инвентаре. Но это не надо мне.
Так, я пока не буду. ХПшечку качну себе еще. Больше качну. Больше патрона. Это что такое? А, быстрее это восстанавливаться тоже пойдет. Вот тоже пойдет. Сила. Ну, давайте это. Мышцы. А, ну и все, кончились. Все, я готов. Ты готов?